Идея открытия общественной приемной родилась в Адлерском районе администрации во время так называемой паспортизации ветеранов, когда стало очевидно, что проблемы ветеранов следует решать адресно и более оперативно. Разместить приемную решили в центральной библиотеке, где параллельно можно было бы собрать материалы о фронтовых судьбах участников войны. Планируем создавать большие выставки. И в целом мы хотели бы, чтобы все ветераны, которые приходили сюда, помимо какой-то правовой помощи, еще и общались между собой. Мы надеемся, что мы здесь откроем гостиную, где будем принимать их тепло, где будем проводить мероприятия. Практически каждый день у нас запланированы. Планируется, что в общественной приемной будут дежурить сотрудники полиции, пенсионного фонда, управления социальной защиты, представители Центра социального обслуживания, районной администрации и юрист. Это позволит решить широкий спектр вопросов, которые могут возникнуть у ветеранов. У нас книга регистрации, журналы есть. Подавляющее большинство вопросов было связано с правовым обеспечением законных прав ветеранов, членов их семей. Поэтому очень своевременно, очень нужное. В Адлерской библиотеке намерены также собирать фронтовые фотографии и воспоминания ветеранов. Все эти материалы впоследствии войдут в фонды Музея истории Адлерского района. Инициативу адлерцев намерены поддержать и в других районах курорта, где на базе центральных библиотек также откроют общественные приемные. Перед сочинцами стоит задача, чтобы легендарная фраза «Никто не забыт, ничто не забыто» была воплощена в реальную жизнь. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.